Зарядка с депутатом. Флешмоб под таким названием стартовал в Люберцах. Первое необычное занятие для учеников 5-й гимназии. Урок физкультуры провел депутат Московской областной думы Дмитрий Дениско. Общее укрепляющее, утром ободряющее, если жив пока еще гимнастика. Строки песни Владимира Высоцкого отлично характеризуют новый спортивный флешмоб. Зарядку с депутатом организовал Росмолспорт. Энергичные Сергей Агаджинян и Дмитрий Дениско показали настоящее силовое шоу. Народный избранник тоже не промах. Спортом Дмитрий Валентинович занимается всю жизнь. Последние 10 лет посвятил боксу. Ребятам депутат наглядно доказал, что и в 47 можно быть настоящим атлетом. Вообще занимался всевозможными видами спорта, начиная от плавания и самбо. И для меня это действительно эндорфины. Я получаю удовольствие. Многие сейчас, особенно дети, там подвержены гаджетовой зависимости. Без таких нагрузок жизнь человека будет не только короче, но и менее качественной. Сильными, успешными и подтянутыми хотят быть все. И хороший пример стал для школьников заразительным. Под руководством мастеров самые смелые ученики опробовали свои силы. Опытному спортсмену Михаилу Крючкову не хватило совсем немного, чтобы лопнула грелка. Тяжеловато именно момент, что она, я ее неплотно прижал, поэтому она сдувалась немного. А под конец я уже перестал, потому что чувствую, что уже не могу надуть, уже подустал. Я в военно-патриотическом центре вымпел. Мы пробовали, то есть стояли на гвоздях, лежали, на стеклах ходили. То есть в этом направлении дальше испытать себя. Занятия физкультурой с Дмитрием Дениско – это только начало большого проекта. Организаторы планируют продвинуть флешмоб на областной и всероссийские уровни. Мы хотели показать народных избранников, как обычных людей, готовы выполнять любые спортивные задачи. Это закалка очень приличная, моральная мотивация к каким-то новым рекордам, новым достижениям не только в спорте, а и в жизни. Следующая зарядка с депутатом пройдет в начале 2020 года. Планируется, что школьников вдохновит на новые победы. Люберецкий депутат Вячеслав Калинин. Анна Троян, Алексей Андреев, телеканал ЛРТ. Всем привет, я Луиза, а вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки, и вы будете в курсе самых интересных событий.